Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие грядки. Сегодня с вами снова я, Тигра Надя. И сегодня у нас такое необычное видео. Это посылка, как вы видите. И почему я показываю коробку? Потому что я хочу показать состояние ее. В общем, эту посылку я ждала 2 месяца, кажется, или чуть больше. От моей хорошей знакомой, от моей подписчицы. От Нины из Ирландии. И самое главное... У нас было столько проблем с этой посылкой. Мы ее искали просто везде. Каждый раз ходили на почту, ездили на главпочтамт, искали ее в архиве, искали ее на складе. Где мы только ее не искали, сколько мы ее только не искали и как мы только ее не искали. Даже проверяли за прошлый год посылки, которые мне присылали, да, и нигде ее не было. Она нигде не числилась, нигде она не отслеживалась. И вот сегодня я ее получила, и она в ужасном состоянии, она вся вскрытая, она вся порванная. Очень, конечно, печально, что вот в таком состоянии она, но она дошла до меня. Я не знаю, отсюда вытащили что-то или не вытащили, но я надеюсь, что все на месте. Вот, еще раз хочу показать, что и как тут. Это там, да? Везде, везде, вокруг так. Где, а вот дырка, да, там уже. Как будто крысы поели, да? Ужас. И еще с другой стороны, какой стой, по-моему. Нет, здесь адрес. Ну, все, я все показал. Тогда давай вскроем ее. Итак, ребятушки, вскрыли посылочку. Мы вот столько всего здесь, не только от Нины, но и от ее друзей. Сейчас я перечислю имена, чтобы всех назвать: Лида, Вера и Эдик. Правильно я все читаю? Кажется, да. Кажется, да. Вот. Итак, боже, столько всего здесь теплого и милого написано. Здесь такая мимишная открыточка. Все помятое, ребят, простите, но так вот работает таможня, почта. Бедная, бедная наша посылочка. Столько здесь вот теплых пожеланий. Февраль, да, февраль. А сейчас уже конец апреля, начало мая. Поэтому понимаете, как долго шла посылка и что она преодолела. Но она пришла, и я дико рада. И никак не могу просто, не знаю, мне так тепло просто от вас вот это все получить. Это такое счастье. Вот. И... Не знаю, счастье есть, да, и доброта тоже есть. Вот, давайте просто потихоньку смотреть, а то сейчас прям все расчувствуюсь и буду половину видео ныть. Так, извините, что все в кадр не влезает. Буду потихоньку показывать. Вот такие вот спонжики у нас для умывания у меня как раз закончились. Это Accessorize у нас. Да, 2 спонжика. Color Combos называется, вот такие вот розовенькие. Очень люблю такие спонжики. Очень классное имя умываться. Спасибо большое. Так, далее у нас идет. О, Duraline или Duraline. Я не знаю, как правильно называется. Inglot. Я о нем мечтала очень много лет. Это чтобы из любых теней, помад, не знаю, из чего хотите, абсолютно из всего, делать подводку. Ну и не только подводку, а всякие волшебные штуки. В общем, это волшебная вещь, которую очень любят бьюти-маньяки. Видите, здесь такая пипеточка. В общем, одной капельки хватает для того, чтобы сделать очень классную подводку. Например, для стрелок. Да. Так что мечта моя сбылась. Как я опробую. Я даже, наверное, просто буду тестировать на отдельном видео косметику, которая здесь есть. Вот, что-нибудь с вами придумаем, сделаем такое интересное. Вот, и огромное спасибо, просто огромный респект за это, потому что дико-дико-дико хотела я эту вещь. Вау, это у нас помадки от Avon. Прикиньте, ирландский Avon. Обалдеть. Я даже не знала, что он у вас там вообще есть. Это Superb Wine и Wild Cherry. Я обожаю такие оттенки. Думаю, тоже
протестирую их на видео, посмотрим, как они подходят или нет. Но, в принципе, мне всегда идут такие темные помады. Вот, как вы можете заметить. Вот, я их очень тоже люблю на себе. Чувствую себя в них комфортно. Так, первая у нас помада вот такая. Вот это у нас матовые помады. Как вы можете заметить. Очень классные. Так. Далее у нас идет вот такая. Вот на вид они как будто бы одинаковые, но, как я понимаю, они разные. Тоже очень классные. Так, далее у нас идет карандашик от фирмы, я даже не знаю, как она называется, PS Primark, здесь написано. Это у нас красного цвета, у меня нет такого цвета карандаша. Для губ, кстати, очень пригодится. Lip Liner и кажется, все, больше ничего здесь не сказано. Primark Beauty написано. И даже... Да, это ирландская фирма. Вот, прикольно. Очень интересно попробовать вашу местную косметику. Вот, и посмотреть, чем она отличается от нашей. Мне кажется, в принципе, ничем, но, может быть, она просто будет поприятнее. Или просто как новинка. Тоже очень интересно, что так. Так, теперь посмотрим, что было в пакетике от Lumene. Я его уберу, чтобы он тут не шуршал нам. Здесь у нас Sephora. Вау! Это у нас розовая маска для глаз. Очень круто. Интересно. Она, наверное, так наносится. Здесь не патчи, а именно маской. Да, прикольно. Хотя тут нарисованы патчи. Да, это, возможно, патчи. Просто так, когда трогаешь их, здесь не чувствуешь. Они, видимо, очень тоненькие. Интересно, на один или на два раза, как здесь, 15 минут держать. Очень классно, обязательно попробую, обожаю такие вещи вообще. Далее у нас идет, что это, консилер Natural Collection, оттенок Medium, он будет очень темный, мне, кстати, сразу говорю, потому что я Белоснежка. Cover Up Cream. Да, это у нас консилер. Ну, я думаю, что я придумаю с ним что-нибудь, потому что посмотрите, как отличается цвет от моей кожи на руках даже. Вот, но я думаю, что можно его растушевать хорошенько и под пудру, и тогда будет нормально смотреться. Я придумаю. Он точно лежать не будет. А это у нас... Это у нас, наверное, тушь. А, нет, это у нас подводка. Liquid Eyelines. Да, черная подводка, прикольно. Такая огромная жидкая подводка. Обязательно тоже попробую. Это у нас Англия. Да, это у нас Англия. Это, как я понимаю, натуральная косметика. Как эко. Да, местная эко-косметика. Ты вроде бы там написала в письме. Ага, это у нас... Как они, шарики бронзирующие. Да, в принципе, оттенок нормальный, не темный сильно. Мне кажется, нормально будет смотреться на коже. Обязательно попробую, но бронзер в шариках я еще никогда не пробовала, только хайлайтеры и румяна. Это у нас Sun Tint Bronzing Pearls. Самое главное, ребят, что все целое пока что, ничего не разбитое. Вот, давайте пока дальше смотреть. Это у нас для губ карандаш. Очень красивый цвет. Такой, даже я не знаю, как назвать. Это у нас не коричневый, не красный. Он такой темно-нюдовый даже. Очень красивый цвет. Думаю, с помадами будет очень красиво смотреться. С такими нейтральными. Далее у нас идет от Sephora бальзам для губ. Я, кстати, очень хотела такой маленький бальзам, чтобы носить его с собой, тем более это масло ши, это очень круто. Вот, и у меня закончились все, только Carmex есть. Вот, а что в сумку положить, у меня ничего не было. Поэтому огромное спасибо. Да, это Sephora или нет? Нет, это не Sephora, это Kors.
как правильно называется. Тоже первый раз вижу такую фирму. Курс Natural продукт. Да. Далее из этой же серии Natural Collection идет блеск. Juicy Lips. Прикольно. Turkish Delight называется. Прикольное название. Кстати, с карандашом цвета подходят очень. Вот обязательно попробую. Мне кажется, даже он не как блеск, а как жидкая помада. Вот. И идут последние. Это тени для бровей, но они очень светлые. Вот. Я подумаю, как их можно использовать. Наверное, даже просто как обычные тени. Потому что у меня почти черные брови. Вот. И этот оттенок очень светлый для меня. Кстати, да. Вот, Brow Kit. Ну, классно. Тут двойная кисточка и щеточка. И воск, как я понимаю. Или это краска такая. Но видно, что она влажная. И сами тени сухие. Очень классно. Итак, ребята, шуршалочки. Время шуршалочек. У нас тут вкусняшки. Какие-то вот такие вот мишки. Они, наверное, жевательные, как я понимаю. Да, Jelly Babies. Это не мишки, это детки. А может быть, мишки. Тут непонятно, что. Вот, они такие сахарные. Мне кажется, это клубника, это апельсин, это лимон, это я не знаю что, а это яблоко. Ну, лично я так по логике думаю. Хотя там на обороте другие надписи совсем. Вот. Не буду позориться читать их. Вот. Но когда попробую, обязательно потом отпишусь, скажу, как вкусно или нет. Я думаю, что очень вкусно. Итак, ребят, а второй пакетик со сладостями называется Blue Bon Bons. Я, правда, не знаю, что это такое. Здесь у нас написано, что у нас какие-то здесь орешки, молоко, соя, глютен. И что-то еще. Я не знаю, что это, но вот тут одна штучка надломилась. Видно, что она там светленькая внутри. Вот, я надеюсь, что это вкусно. Я надеюсь, что это не мята. Вот, самое главное. Может быть, это голубика какая-нибудь или ежевика. Что-нибудь связанное с ягодами. А может быть, вообще что-то то, что я еще не пробовала, да? Вот, но я уверена, что это будет вкусно. Так, а что это у нас такое? Какая красивая бумага. Что-то здесь интересненькое. О, какая красота. Здесь украшения. Представляете? Смотрите. Ух ты, какой браслет красивый. Ручная работа. Обалдеть. Голубенький, мой любимый цвет. Очень красивый, летний. Обязательно буду носить, будете видеть моих видео. Ух ты, какой красивый, с сердечками. Сейчас тут все запуталось, так. Вот такой вот красивый браслетик. С сердечками. Вот. Далее у нас что-то еще интересное. О, вот это красота, вот это я люблю. В стиле такого этно-рок. Хипстер, инди, все мое любимое. Буду обязательно его носить. Посмотрите, какой он классный, обалденный. Сейчас соображу. Это, по-моему, на голову одевается, если я не ошибаюсь. Не как ободок, но, в общем, как хиппи. Люблю такие вещи. И вот такую штуку, вы прям угадали, я очень давно хотела. Именно в таком цвете, золотисто-бежевом, цвет шампанского. Да, вот, ну да, 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 это специально одевается на голову, как ободок, как такая повязочка. Очень красиво смотрится. Так, следующее, что у нас идет, тут так все запутано, опять же, я говорю. Очень прям... понапутали. Да, такой узелок завязался. Думаю, я справлюсь с ним. Посмотрите, какой красивый кулон. Посмотрите, как он сделан. Интересно, здесь такая жемчужная. Она
будто бы щупальцами такими держится на такой красивой цепочке серебристой. Очень-очень красиво. Так, у нас тут еще целых... О, разобрала. Так, это у нас, наверное, на два оборота одевается на голову, а можно на один. Тоже очень красиво. Такая медь и оранжево-красные камушки. И вот такой вот здесь кулончик красивый. Очень красиво, очень по-летнему и очень этнически выглядит. Следующее, это вот такая вот винтажная прелесть с такими цветочками, очень красивыми, на такой массивной цепочке. Да, она покрупнее, чем предыдущие. Тоже будет очень красиво смотреть с каким-нибудь кардиганом. И здесь маленькие жемчужинки. Итак, далее у нас идет вот такая вот штучка. Я сначала подумала, это тени, но потом читаю парфюм написано и понимаю, что это такая вонявочка. Не помню, по-украински или по-польски, вонявки это духи. Вот, и оно так вкусно пахнет конфетками, жвачками. Это Clarisse, или Claire's, Claire's, наверное. Они очень вкусные, очень приятные и реально как такая жвачечка. Вот, это у нас такие духи в карандаше. Можно вот так вот мазать руки за ушами, на груди или на шее. Вот, и будет легкий аромат исходить. И будете пахнуть конфетками. Вообще, первый раз вижу такую штуку. Вот, и очень клевая на самом деле. Можно подумать, что это какая-то помада или тени. И в сумочке так носить. Вот, большое спасибо за такую приятную вещь. Так, давайте посмотрим, что у нас тут такие малыши лежат. Обалденный блеск. Бобби Браун. Посмотрите, какой он красивый. Это просто потрясающий цвет. Я даже не знаю, как его назвать. Bear Sparkle называется он. Вроде бы и цвет шампанского, и в то же время он розовинкой такой отдает и персиком. Но очень красиво. И у нас что-то тут от Chanel. Это, наверное, у нас пробник... Сейчас скажу. Флюид. Сатин Флюид. Это у нас тональный крем. Очень такой красивый. Но опять темный. Я думаю, мама будет пользоваться. Вот. И посмотрите, они даже подходят друг к другу. Далее у нас что-то здесь идет вот такой вот формы. Что это? Это у нас Бобби Браун. Итак, я не смогла открыть это. Оно не открывается. Вот. Здесь, как я понимаю, написано консилер, но разве может быть консилер такой тоненький, маленький? Я потом напишу где-нибудь здесь, что это такое, когда открою это за кадром. Вот, но это что-то интересное. Далее идет вот такая обалденная кисть, тоже Бобби Браун. Очень приятная, мне кажется, будет круто наносить. А ее пудру, я люблю пудру наносить такими большими кистями, вот, ну, либо румяна там, мне кажется, она многофункциональная. Здесь написано, что она для бронзера, но, в принципе, я же говорю, она многофункциональная, можно будет ей многие продукты наносить, но она такая приятная, прям вообще очень классная. Наконец-таки у меня прибавилась еще одна новая кисточка, и не просто там какая-нибудь от Jeans или Just, а Бобби Браун для меня это очень много значит. Итак, у нас здесь внутри был вот такой вот сюрприз, я вообще даже не ожидала. Это у нас вот эти знаменитые лаки. У меня есть такого очень красивого телесного оттенка с кучей блесток. Он очень классный, очень я его люблю. И теперь у меня есть вот такой вот осенний оттенок, шоколадный такой, красноватый даже. Очень классный. Вот, огромное спасибо тебе за него. Просто потрясающий, не знаю, цвет такой. Мне кажется, очень в тренде будет в этом году. Вот, такой прям вкусный цвет. Так, далее у нас идет помада. Прям так и написано, помадка. 293 от Englot. Так, ух ты, вот этот цвет.
Вот этот цвет потрясающий, просто потрясающий, обалденный. Я думаю, он будет в моих фаворитах. Вот, обалдеть. Я обожаю такие сливовые оттенки, темные, но он еще не такой темный, как бывает от MAC, например. Да и он Glot тоже есть очень темные фиолетовые оттенки. Но вот этот прям самый-самый раз. И я уверена, что вы не раз увидите на мне этот цвет. Но очень он мне нравится. Посмотрите, какой красивый. Мне кажется, он с таким приятным глянцевым финишем будет. Вот, так что огромное тебе спасибо за исполнение такой вот маленькой мечты косметической девчачьей. Очень-очень я рада буду пользоваться этим. И тут вот название Contain Carmine, Make Contain Carmine. Это название или нет, не знаю. Ну вот как-то так, 293. Так, давайте посмотрим, какие у нас здесь тени. У нас здесь две тенюшки. Ух ты, какой цвет красивый. Посмотрите. Такой прям очень-очень красивый, переливающийся зеленый. Даже, я бы сказала, охровый немного. Но он очень красивый. Это у нас номер 56. А это у нас номер 111. Вот, это будет мой фаворит. Я обожаю такие оттенки. Они универсальные. Я очень люблю блестки просто. И вот этот он просто потрясный. Посмотрите, какой красивый, как он сияет. Очень-очень красивый цвет. Далее идет вещь вообще, за которую собиралась посылка. Мы как-то так разговорились, что мне хотелось бы из косметики. Я сказала, что хочу вот такую вот палетку. И Нина предложила просто отдать мне свою палетку, которой она пользовалась, но от силы 1-2 раза. Вот. И она у нее просто лежала. И я просто ей сказала, что не знаю, решай сама, пусть будет вообще сюрпризом. И вот она прислала мне ее. Это у нас Too Faced Chocolate Bar. И я не знаю, эта палетка, наверное, стоит того. Вот, потому что посмотрите, какие здесь потрясающие цвета. Очень-очень-очень классные. И я влюблена вот в этот оттенок, я всегда хотела его. Конечно же, вот этот, и розовый, и бежевый. Они все очень классные, все очень красивые. Я думаю, что я сделаю несколько видов макияжей для канала с этой палеткой. Вот. И они действительно все такие шоколадные, все такие прям вкусненькие, как пироженки. Вот. И это стоило того, чтобы ждать эту посылку, потому что это потрясающая вещь. Я влюблена. Давайте теперь посмотрим вот эту прелесть. Это, как я понимаю, у нас бальзамы. Да, липбалм. Снизу вот они открываются здесь. Это у нас совушка, это ванильный. А это у нас мятный, кажется. Это у нас пингвиненок такой. Прям пингвиненок Лоло. Да, вот. Смотрите, прикольно. Кисточкой можно отсюда будет набирать. Очень прикольный такой, классненький. Прям, не знаю, на полке будет очень классно смотреться и радовать глаз. А этот у нас ванилька. Ну, совушка просто прелестная, такая голубенькая. Вот у нас такой вот цвет здесь голубой. Пахнет просто потрясающе какой-то карамелькой. Не ванилька, а именно карамелька, как будто это ириски. Но очень красиво. Я такие даже никогда не видела.
Следующее идет, это вот такой вот Orange Jasmine. Это у нас от компании Soap and Glory. У меня был целый набор от этой компании. Я его так любила, просто потрясающе. Это был набор для душа и после душа, там спрей, крем, потом молочко и масло, по-моему. А еще был скраб для рук, крем для рук и, по-моему, ваночка. Да, все закончилось, все очень классное. Вот, а это у нас body butter. И у нас здесь свежий зеленый мандарин. Fresh green мандарин, да. Сицилийский лимон и сладкий апельсин. Это реально то, чего мне сейчас не хватает очень. Это масло для тела, вообще какой-нибудь крем такой хороший. Вот. И огромное спасибо за эту штучку. Я не знаю, от кого она именно вложена, но это просто супер. Большое спасибо. И последнее, это то, чем я озадачила девчонок. Это ирландский чай. Я хотела, чтобы вот действительно из всех моих желаний было это попробовать чай. Я очень люблю чай. Вот, и как такой почтовый маньяк. Вот, я собираю всякие чаечки. Но я не думала, что будет такая коробочка. Я думала, там пакетик два. Вот, тоже потрепалась в дороге, как видите. Я думаю, все это скрывали, все это смотрели и неаккуратно так вкладывали. Это у нас острый фруктовый чай. У нас здесь яблоко, апельсин, корица. И я не помню, что такое клементин. Hint of clementine. 40 чайных пакетиков. Честно, я не помню. Это у нас рождественский чай, как я понимаю. Здесь внутри вот такой вот пакет. Большой, да. И в нем уже сам чай содержится. Я надеюсь, что все это очень вкусное. Я даже уверена, что это вкусное. Вот, до 12 апреля 2018 года я успею его выпить. Вот, и угостить своих близких. Прикольно так. Рождество, когда уже май на дворе. И необычно. Вот, спасибо большое вам за эту посылку. Она бесценная, и она очень согрела мое сердце. Я очень рада, что она наконец-таки дошла, что она прошла такой тяжелый путь, и все-таки она в моих руках. Вот, и все это я буду обязательно использовать. Обязательно напишу личные сообщения, расскажу, что как. Вот, и еще раз огромное-огромное спасибо вам всем от души за то, что вот вы вложили столько разных мелочей, но их так много, и они все такие душевные, все такие нужные, ничего лишнего, да. И огромное-огромное спасибо за это, за внимание, за заботу, за доброту вашу, за тепло, за открыточку с письмом. Это вообще, наверное, самое главное. Вот, и всех люблю, целую, обнимаю, до новых встреч. Пока-пока.